Термоядерный приветик всем ботам и самолетам. Нет, ботам, программистам, кодерам, всем, кто хочет ими быть. С вами Playboy Атомный. Найдите и проанализируйте органическую материю. Собственно, анализ в заду мы будем брать. Играем. Вот так выглядит зад, если вы не знали. Если вы будете делать фотки собственного зада, то будет вот такой же цвет. Проверено. Веками. Нажмите F1. Ну что ж, какая у нас задача? Я еще не выполнил. Предыдущая экспедиция предоставила нам обрывки информации о какой-то органической материи. Дерьмо, блин. Которая, судя по всему, производится муравьями. Это горох или срань какая-то? Срань муравьиная. И открывает перед вами новые возможности. О, да. Окно просто... окно в жопу. В частности, она позволяет вам создавать новые типы мутантных ботов, которые являются более эффективными, так как для их создания используют различные части тела насекомых. Я никогда не думал, что это будет более эффективным. Это извращение. Цензура, надо зацензурировать эту игру. Цель вашей миссии является проведение эксперимента с первым вариантом применения этого зеленого золота. Постройте шагающего бота-сборщика, загрузите его на космический корабль и взлетайте. Твою мать! Это что за извращение? Процедура. Возьмите образец органической материи из гнезда гигантских муравьев. Ее анализ будет проведен автолабораторией. Ага, новая лаборатория. Которая также проведет необходимые исследования, позволяющие практическое применение. Чтобы улучшить свои оборонительные способности, мы передали вам ботам-сборщикам, вашим ботам-сборщикам, программу, которая отвечает за подзарядку энергетических батареек энергетической оборонительной башни. О, это, кстати, клево. То, что не хватало. Вулкан. 53 градуса Цельсия. Постепенно жар в жопе повышается. В заду все больше и больше пригорает. Значит, мы написали программу, которая отвечает за подзарядку батареи оборонительной башни. Перейти к оборонной башне. Подождать, пока батарея зарядится на 80%. Взять батарею и зарядить ее на электростанции. Вернуть ее обратно на оборонную башню. Построить электростанцию как можно ближе к башне, чтобы уменьшить время, пока башня стоит без батарейки. Неплохо было бы разместить батарею на земле около башни. На батарею нападет оса. И если первый выстрел будет неточным, или оса прилетит в тот момент, когда оборонная башня будет обесточена, уничтожена будет только батарея, а не оборонная башня. Чё? А разве нельзя заменить... То есть можно же на самом деле это улучшить, эту задачу. Что у нас? Service Tower обслужен. Object Tower, Object Station. Два объекта, значит. Tower. Находим оборонительную башню и идем туда. Пока истина. Значит, пока Tower Energy Cell, Energy Level больше 0,2, ждем. Grab берем. Station, Radar, Power Station, Go to Power Station. Да-да-да. Go to, Drop. И я на самом-то деле хочу улучшить эту штуку. То есть я хочу, чтобы всегда была одна ячейка. То есть у нас он идет к Station. Loading Energy Level больше единицы. Wait. Не знаю пока, как это сделать. Пока не знаю как. Но, что я знаю. Что я беру титановую руду. И сейчас будет не так много программирования, потому что программирование было в прошлых сериях. Поэтому сейчас будет больше экшена. Вы хотели экшен? Вот он вам. Давай сразу же... Делай переработчик. Ну,
Здорово. А вот этот парень у нас, давай, коллект Titanium Ore. Отправляйся. Здание построено. Пусть он собирает. Кстати, плохо, что нет большой карты. Можно было посмотреть на большую карту и скажи, значит, что там надо делать. Кстати, нужно было в другую сторону ставить. Давай вот здесь заводик. Мне нравится расцветка. Хорошо, здесь я строю завод. А, теперь он просто поставит на левое место, хорошо. Ой, какой молодец. Прям мне почти подвез. Почти привез мне. Ну, подбирайся. Нормально. О-о-о, кто это? Оса что-то уничтожает? Нет, пока оса ничего не уничтожает. Но сейчас может. О, быстренько. Пойду-ка я сделаю башенку. Ну так. Просто потому что... По-моему, она спиздила ресурсы. Мне так кажется. Да. Она реально спиздила ресурсы. Вот же сволочь. Но я успел поставить завод, я успел поставить... производстве титана. Давай здесь башенку я поставлю. Вот здесь, значит, опускай. Что-то снова взорвалось. Башню. А я могу спиртзавод делать? Да, я могу спиртзавод делать. И, возможно, мне придется даже заново. Что ты взял? Что-то вмешало. Спирт. Ёбаные осы. Идите вы нафиг, я вас ненавижу. Я вас ненавижу. А как занято? Давай ставься. Убьешь их? Есть. А осы сперли спирт. Что это за осы? Это неправильные осы. Это очень неправильные осы. Как они могли спереть спирт? Вот объясните. Какие осы тырят спирт? Оса ранена. Здорово. Так, я так понимаю, что на самом деле, если взять титанчика сюда, поставить, и батареечку, то будет произведена батарейка, я правильно понимаю? А ну-ка. Да. Давай. Снова титан готов. Где ты поставишь титан? Ставь, 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 ставь. Умничка. Мне сейчас очень нужен этот титан, чтобы с другой стороны поставить... башню. Что это за звуки такие непонятные? Пиу-п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 иу. Киоки-палки. Как в 80-х годах, фантастика какая-то. Ставь здесь. Отдавай башню. Кстати, летать, по-моему, я здесь все еще не могу. Это планета такая. Нелетная погода взаду. В саду нелетная погода. Кстати, я теперь понял, как сделаны эти небеса. Что они здесь двигаются. Кстати, это для 98 года очень крутые небеса. Потому что динамическая смена погоды была сделана уже в 2000-х годах. В первой игрушке, которая называлась Test 3 Morrowind. Раньше до этого были просто вот как квадратная коробочка и наклеенные обои сзаду, да? Вот, в принципе, и... Все как было сделано в 90-х годах до 2000-х.
Твою мать! Побежал за новой порцией. Стоп, я летаю? Да, я уже могу летать. Я переживал. Давай где-то здесь. Вот он, титанчик. То есть, осы срут всякой херней. Осы срут всякой херней. Летит снова! Твою мать! Ну не трожь ты! Не трожь. Ставлю. Давай. Твою мать. Сейчас построится и снова сбросят. Да ё-моё! Знаете что? Я начну заново. Значит, сразу с обоих сторон, пока есть время. Две башни. Вот так вот. Две, мать его, башни с одной стороны и с другой. Ну, вот тут вот пускай, да, стоит. Остается башня номер один. Жалко нету, а сразу, чтобы в нее зарядить. А почему он начал вращаться? Тише. Давай, поднимайся. Мне самое главное башню, хотя бы одну пока, энергией напитать. Вернее, спиртом. Потому что это неправильные осы. Они предпочитают спирт. Это уже даже не то, что осы, которые делают неправильный мед. Это осы, которые, блин, бухают. По-жесткому бухают. Вы видели когда-нибудь осы, которые жрут спирт? Если видели, напишите. И вообще, что делают осы со спиртом? Мне крайне интересно будет узнать. Возможно, даже полезно. Я не знаю, очень может быть, что полезно. Так, давай с этой стороны. Кто-то летит, я слышу. Оса ранена. Почему? Вырубили... Неужели вырубила эту самую... Башню. Нет, башня стоит, хорошо. Башня стоит. Теперь спиртик. Сразу же. Здесь ставлю. Башню давай. Давай, делай быстро башню. Хорошо растет башня. Если бы был летун, можно было бы ему загнать наше задание по... полету и отстрелу этих долбанных ос. У нас же есть полет шмеля. Моя собственная программа, которую я написал. С подсказками, конечно, но тем не менее. Так. Две башни есть. Хорошо. Значит, где-то здесь я ставлю. У нас переработчик. Давай. С этой стороны. И можно одного бота отправлять уже коллект Titanium Ore. Погнал. А второй у нас будет Service Tower. Пошел. Версия 1. Хорошо. Теперь, собственно, аккумуляторную осталось сделать, и все будет прекрасно. Есть два спиртика, потому что сэкономил. Все. Главное экономить. Спирт. Чтоб праздник был. И надо сделать заготовку спирта. Титан доступен. Хорошо, что титан доступен. Здесь, давай спиртозаправку. Бля, близко от корабля. Спасибо за предупреждение. Делай. Спиртозаправку.
Отлично. А теперь пойдем собирать тот титан, который нам робот набецал здесь. Ну что, вот здесь заводик. Время ставить. Маленький спиртозаводик. И все будет хорошо. Осаранено. Прекрасно, прекрасно. Здание построено. Так, вот теперь будет сейчас полет шмеля. У меня будет задача. А по-моему здесь летунов нельзя делать. Можно делать летунов? Смотрю. А можно. Атакующий летун. Ну давай. И сразу же спирт за... Блин, я забыл, что летать снова можно. Есть. Спирт. Как там, кстати, башни на спирту? Ты забираешь или ты не забираешь? Что ты делаешь? Стоит, смотрит. Может быть, мне нужно будет взять и переключить самому. Саранина. Наверное, так я и сделаю. Нет энергии. Здорово. Так, взлетаю. Не-не-не, не бейся головой об стенку. Вперед, титан доступен. Пока он там заряжается, я успел сделать это раньше. Вот приехал тут, ёб твою мать, а тут уже спирт стоит. Ставь здесь. И давай дальше. Обслуживай башню. Осаранина, стоп, что с тобой не так? Запускай. Ага, ну он подъехал, встал. Что с этой башней, я хочу посмотреть. Тут нормально? Да, нормально, все заправлено. А что я теперь хотел? Летун. Значит, давай-ка программу мы загружим. Где у нас? Спирит в за... Спирит в зад? А, кстати, спирт в зад можно адаптировать. Адаптировать для того, чтобы он вставлялся башням. Да. Полет шмеля. Убей шмеля. Вот это у нас задание, да? Стартоса. Окей. Убей шмеля. Отправляемся в полет. Блин, не тупи. Да что с тобой не так? Убей шмеля, что это у нас? Оса, эйм. Да, то есть ремудр, джет. Ну так все нормально. Он должен летать. Опа, взлетел. Все. Есть. Убил шмеля. Ага, я понял, они там где-то появляются. Значит, летун пускай стоит здесь. Если что, я его буду использовать всяких, для всяких непотребств. У него топлива мало просто. Вот в чем проблема. Подожди. Альт, это табом можно переключаться? Реально, табом можно переключаться, только узнал, оказывается. А, титана. У меня дофига титана должно быть здесь уже наделано. Замечательно. Знаешь, что здесь? С этой стороны сделан спиртозавод. Вернее, заправщик спирта. А вот с другой стороны нужно тогда спиртозавод делать. Собственно, наш... Да, вот это просто завод. А вот тут будет спиртозавод.
то, чего не хватало. Еще одна оса убита. Давай, здесь мы производим алкоголь. Ставлю. Спиртзавод. Вперед. Нужно подумать, а, наверное, в следующей миссии я таки попрограммирую, подумаю, как написать, чтобы... В общем-то, бот заменял ячейку, то есть, чтобы он не просто оставлял базу без спирта, а чтобы он сразу находил ячейку полную. Брал эту ячейку и вставлял куда надо. А можно, знаете, каким образом делать? Точно. Можно же делать круче. Можно же делать так, что он будет, получается, свою ячейку со спиртом вставлять в базу сразу, вот в эту радарную вышку, вернее, в башню. А вот эту ячейку со спиртом, с потраченным, ставить себе и тогда ехать заправляться, а потом возвращаться снова сюда. Так, превращаем еще спиртзаводик. Взлетел. Что там еще не построено? Да, мне нравится такая идея. Так, радар нужен. Давай поставлю радар. Вот с этой стороны. Или ремонтную. Здесь есть? Вот тут есть ремонтная. Как раз будет здесь обслуживание полное. Полное обслуживание гарантийное. Спиртика пока пьют, пока ремонтируется, можно попить спиртика. Кстати, а тем временем можно перейти... Ладно. Медленно так. На самом-то деле все делается. Что я хотел? А здесь давай летуна. Летуна с рукой возьмем, сделаем. Здесь тяжелая у нас промышленность, поэтому. Топ-топ-топ. Урана-изотоп-топ-топ. Близко от корабля. Бля! Близко от корабля. Теперь. Хватает? Да. Поднимаю. У нас будет отличное здание. По переработке урана! Ура! Какое же оно здоровое, ё-моё. Так, пойдем. А на спиртзавод нужно принести еще титана. Если бы еще у нас была программка, написать бы как-то, но я пока не представляю, каким образом. Чтобы ставить титан везде, где нужно. То есть, вот если завод нужно, туда титан завозит, на завод титан. Если еще куда-то нужен титан, то он едет в другое место ставить титан. Это было бы очень круто. Топ-топ-топ. Урана изотоп-топ-топ. Есть, забрали спирт. Разливная. Налила немножко спиртика. Титан доступен. Что еще? Лабораторию не поставил. Осталась, в принципе, лаборатория. И радар. Все остальное есть уже. Давай ставь. Здесь титан. Так ты же тихо дышу. Кстати, что не поставил? Сейчас исправлю это. Вы же мне не сказали, не сообщили. Нам нужно такие вещи сообщать в первом порядке. Только не надо снова, бля, около корабля.
Все, давай исследовательский центр. Здесь все по кругу ставится. Есть, теперь нужно зеленую хрень подобрать. Так, 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 взлетай, взлетай, взлетай. Где? Вот, вот эта гора. Ставим. Союзы нерушимы, республик свободных сплотила до веки Великая Русь. Убил. Молодец. Да здравствует созданный волей народов единый могучий Советский Союз. Вот здесь вот. И еще один флаг. Флагов мало не бывает, да? С этих сторон мы поставили. Вот тут вот, честно, не хватает флага. Собственно, сейчас я его здесь и поставлю. Если что, это будут, знаете, наши границы. Как бы, чтобы боты за эти границы не залетали. Или не заходили. Все, где еще титан? Тут еще много титана. Вообще-то можно в цикле перебирать расстояние. Наверное, я так и буду писать. То есть я буду писать программу. Несколько хочу улучшить, чтобы брать самые близкие материалы. Вот так вот. Switch-sell. Так, давай радар. И, по-моему, в этой миссии мы отлично построились. Все сделано. Здания, по-моему, я все построил. Теперь только время исследования. Показано, где находятся осы. Где задачи. Давай здесь возьмем. На спирту. Сохранюсь. Пускай превращает. Так и быть. На завод нужно поставить еще один кубик титана. И на самом-то деле было бы клево складировать их как-то. Этот титан, чтобы достаточно удобно получилось. А летун с руками... Выезжай, ты уже создан. Все, здесь у меня готово к строительству новых объектов. Знаете, что я сейчас сделаю? Escape. Сохранить. My ass. Пора снова перезаписать мой зад. Пока анализы мы не сделали. Теперь стоп. Я хочу... На Саре, где я уран собирал? Я его в первой миссии, транспорт. Собирал. Вот здесь вот я собирал титан. Здесь все построено. Мне нужно будет сейчас поставить. Кстати, я не помню, что все было построено. Давай гусеничный подборщик. И я хочу сохранить код по поиску руды титановой. И посмотреть, что я там неправильно сделал. Давай. Открылось. Collect Titanium. Что, не то? Не то? Подожди. Как так? Как не то? У нас же должна быть сборка руды. Поехал. Switch cell. Это переставить батарейку. Поехал. Собирать титанчик.
Я помогу даже. По-моему, это надо сделать колесный. В общем, я сделаю сейчас колесный. Запишу код. Потому что я для колесного, насколько помню, писал. Отлично. Готов. Один титан, я сразу ставлю второй. Без разницы, кстати, какой кусочек подбирать. Тот, который он сделал, или тот, который я сейчас создам. По времени фактически одно и то же. Как же быстро трактора жрут спирт? В принципе, а если бы он еще был с трактористом, то еще быстрее бы жрал. Половина спирта, которая расходуется на трактора, это на самом деле расходы на тракториста. А ведь ему еще и заработную плату платить. Но он рабочий, он заслужил. Значит, давай колесного соберу. Смотрю. Чтобы переделать титановую руду. Там доступен. Все, готово. Прихожу, свич. Нет, нельзя! Нельзя, только коллект титаниум ор. Ну что ж, мне придется, значит, самому придумывать, как это делать. На этом все. Только революция, только победа. И до следующего эпизода, товарищи.